Видели сегодня, играли два клуба, двух клубов, разные задачи, да? У Навбахора задача чемпионства, у нас задача остаться в высшей лиге. Игра была равная, как бы, скажем так, Наманган имел преимущество, и контроль мяча был, и территориальная, и стандарты, было много моментов, да? Но и у нас были моменты, где мы могли воспользоваться, но мы не воспользовались. Наманган со стандарта забил, поэтому поздравляю команду с победой и желаю в дальнейшем успехов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, потому что вы представляете уже не клуб, а Узбекистан, поэтому будем за вас болеть, чтобы вы попали в основную сетку. Савалы бол, кімді савалы болса, лично. Мархамат. Салам алейкум. Бухара футбольчылары уйынды бөлшудан жарафан болганда йолдар сөйлді. Бұсты портасларының нәтижесі мүй ол. Чындаға бұл ойыншылар жарафат олды. Уйынды бұл ойыншылар кетестан дарғызы барын. Бұл тола елді вақтыз. Мемдерді ғалкен. Чындаға жарафат олды. Ну, вы видели, мы сделали две вынужденные замены. Это центральный защитник, да, после столкновения, и нападающий Костя, тоже после столкновения, да. Ну, если брать климат, очень жарко, возможно, футболисты какую-то передышку брали, чтобы отдохнуть, чтобы остановиться. Поэтому задачи не было такой, чтобы тянуть игру или что, вы даже сами видели, несколько раз вратаря подгоняли, чтобы быстрее водил мяч, поэтому, скорее всего, это у нас две замены было, и плюс футболисты задыхались, скорее всего, из-за этого были такие задержки. Саллаллаху алейхи ва саллям. Сомбол кишогардингиз, ҳозирда Бухорога ўчиган айтган Шохруз Нурхоновни имкониятларини яхши билсангиз. Шохрузга Навбахорда ўйнаб кетиш учун нима етишмади сизга? Ну, тут сложно сказать, потому что, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно находиться в клубе, смотреть, там, что, как. Он футболист, на мой взгляд, квалифицированный и высокого уровня. Может быть, разные причины есть. И я не думаю, что он были моменты, когда он и забивал вас, и приносил пользу. Поэтому здесь сложно. Может, адаптация специально, может, давление какое-то. Мне сложно ответить на этот вопрос. Но знаю, что он хороший футболист и высококвалифицированный футболист. Саллаллаху алейхи ва саллям. Табики, уйин алдыран жамоаны ҳар бир жамоа мураббийлар ўрганишади. Сизлар Навбахордан ўрганасиз. Навбахордан нимани кутганингиз ва сизга Навбахор қанақанги ўйин таклиф? Ну, Наманган, давайте брать честно и говорит, у вас в каждой позиции топовые футболисты, да, и впереди, и в середине, и в защите, да, то есть определенные задачи есть у команды, плюс они играют дома, да, то есть психологически было преимущество у Намангана, в психологическом плане, да, но физически, я думаю, была равная игра, да, поэтому вы смогли забить гол. Мы не смогли, поэтому еще раз говорю, поздравляю с командой с победой и желаю дальнейших успехов. Спасибо, Валерий. Ладно, спасибо, ребят.